Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня мы разбираем вот этот вот узор для мужской шапки. Для женской он, конечно же, тоже подойдет, но чем он хорош? Тем, что он как резинка. Это не резинка, но ведет себя как резинка, поэтому принимает форму головы, растягивается так, как вам нужно. Вот ровно столько, сколько вам нужно, больше не растягивается. Значит, раппорт состоит из 16 петель. Вот я нарисовала один раппорт. Кружочек — это изнаночная петля, а крестик — это лицевая петля. Сам узор, вот почему я на большом полотне хочу вязать, потому что, видите, оно уходит, вот эти изнаночные полоски, они уходят справа налево, вот они уходят, поэтому понятнее будет. Здесь у меня три раппорта. И эту кромку мы вообще рассматривать не будем. Мы будем рассматривать только узор. Потому что вязать, я так понимаю, на 99% я уверена, что вязать вы будете в круговую. Вот, поэтому вам нужно понять принцип. Считать придется только вам в начале. Далее оно все идет автоматически. Я вам этот принцип покажу, чтобы вам было легче. Вот для начала вы, если вяжете шапку, вы набираете способом для резинки 2×2, под видео в описании ссылка на видео. Вяжите резинку 2×2, вот, ну, 5 сантиметров, вот, судя по источнику. В источнике шапка двойная, но учитываем то, что машинная вязка, нитки, пряжа тоньше, поэтому я не рассматриваю двойную шапку для мужчины ручной вязки, я рассматриваю как бы одинарную. Вот первый ряд у меня здесь резинка 2×2, да, я его не смотрю, то есть начинаем мы с третьего ряда. Вот вы, допустим, пометили маркером, вот вы вяжете в круговую и пометили маркером, вот здесь вот начало у вас будет, да, и вяжем 10 изнаночных. Теперь смотрим, опять я буду говорить о принципе. Здесь у нас задействовано, вот, начинаем мы с изнаночных двух и заканчиваем двумя изнаночными. Это мы запоминаем, чтобы, ну, поэтому мы будем ориентироваться. Далее промежуток, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, то есть 6 петель, начинаем с лицевых, заканчиваем лицевыми. Здесь начинаем с изнаночных, заканчиваем изнаночными. Вот наш раппорт, 16 петель, 10 и 6. Далее все то же самое, 10 изнаночных, 6 резинкой, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. И то же самое повторяем третий раз. И вот мы заканчиваем. Так как у меня здесь уже был узор, поэтому у вас будет переход с резинки, у вас будет все хорошо видно. Вот все, три раппорта мы провязали. Что хочу сказать по поводу изнаночного ряда. Если вы вяжете в круговую, понятное дело, что вы будете вот так вот смотреть на вязание. И изнаночный ряд, то есть второй ряд, понятное дело, мы вяжем только через ряд, подразумевая изнаночный ряд. Еще один ряд вы вяжете по узору, то есть как лежат петли. Изнаночная, значит, вяжем изнаночную. Лицевая, значит, вяжем лицевую. Все четные ряды мы вяжем по узору. Я же вяжу изнаночный ряд. Если вы этот джемпер будете, ой, узор будете использовать на что-то другое, на поворотные ряды, то вы тоже в изнаночном ряду вяжете, как лежат петли. Только в изнаночном они лежат по-другому, чем в лицевом. Пятый ряд. Теперь мы, вот, теперь у нас, вот смотрите, всегда между вот этими изнаночными полосками находится лицевая полосочка, которая служит разделением между вот этими. Сейчас растяну. Вот. В оригинале он этот ряд один. Но опять же, повторюсь, это изнаночная вязка, и я не хочу вас путать. Вы можете этот промежуточный ряд тоже сделать. Ну, по сути,
Я бы сказала, что разницы здесь никакой. У меня просто на этом цвете не очень видно узор. Но я надеюсь, вам все понятно. Итак, пятый ряд. Здесь у нас 2 изнаночные, 6 лицевых и далее резинкой. То есть, если вот вы вяжете в круговую, так, 2 изнаночные, 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть, этими 6 лицевыми мы отделяем вот эту изнаночную полоску. 6 лицевых, далее 10 петель по узору. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. 10 петель, вот, изнаночные, лицевые, изнаночные, лицевые, изнаночные. Далее снова 6 лицевых. 4, 5, 6, 10 по узору. Так, 6 лицевых. 10 по узору. Так как здесь у нас 8, а 2 у нас было здесь, то мы вяжем 8. Если у вас будет в круговую, то понятное дело, что вам проще все. Ну, хотя будет то же самое, потому что у вас будет маркер. И 8 петель до маркера. То есть узор у вас будет идти по спирали, девчонки. Вам вот вы один раппорт провяжете, и вам все будет понятно. Изнаночный ряд по узору. Так, седьмой ряд. Теперь у нас вот эта изнаночная полоса перемещается еще на 4 петли как бы влево. Все время у нас идет справа налево. Так, седьмой ряд у нас 2 изнаночные, 2 лицевые и далее 10 изнаночные. Так, 2 изнаночные, 2 лицевые, далее 10 изнаночных. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далее 6 петель по узору. Вот обратите внимание, что у нас повторяется то, что было в третьем ряду. Просто оно смещено на 4 петли. Вот смотрите, опять 6 петель по узору. 2 лицевые, 2 изнаночные. 2 лицевые. По сути, вот это третий и пятый ряд, это и есть весь узор. Он кажется сложен, на самом деле он совершенно не сложен. 10 изнаночных. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот. Он совершенно простой, просто я же говорила еще в начале, важно понять принцип. Так, 6 по узору. То есть все время у нас здесь 10 изнаночных, 6 по узору, далее 10 по узору, 6 лицевых, и все вот это вот смещается у нас. Так, 6 у нас здесь по узору, 10 изнаночных. И 2 петли по узору, потому что здесь у нас было 2 изнаночные, 2 лицевые из 6. Остаток у нас здесь. Вот. Если будете вязать в круговую, вам будет проще. У вас все будет видно и все будет совпадать. Это был седьмой ряд. Восьмой по узору. Так, девятый ряд. Вот он у нас девятый. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых. Так, отсюда начинаем. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых, 2, 3, 4, 5. 6, далее 10 по узору, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых, 3, 4, 5,
6, 10 по узору, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 4 по узору, потому что 6 у нас было в начале. Вот они. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее пошли лицевые. 10 ряд по узору. Так, 11 ряд. 2 изнаночные. 6 по узору. Эти 2 изнаночные у нас уже вот. Вот они, ну, их пока не видно. Они как бы уже часть узора. 6 по узору. 2 лицевые. 2 изнаночные, 2 лицевые, далее 10 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 по узору, 10 изнаночных, 6 по узору, 8 изнаночных, потому что 2 у нас здесь, и изнаночный ряд по узору, 12, 13 ряд у нас идет, 10 петель по узору, то есть резинкой, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 лицевых, 6, и 10 по узору и так далее. 6 лицевых. Ой, 6 лицевых, ну видите, что делаем. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 по узору. 10, 6 лицевых, 3, 4, 5, 6, изнаночный ряд, по узору 14, 15 ряд, у нас 6 изнаночных, ой, голос потеряла, так, 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 по узору, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 10 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 по узору, 4, 5, 6, 10 изнаночных, 6 по узору, и здесь 4 изнаночные, потому что с 6 мы начинали, и 16 ряд по узору. Далее, 17 последний ряд. Так, 17 ряд. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 10 по узору. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4.
5, 6, 10 по узору. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 лицевых. Раз, два, три, 4, 5, 6, 10 по узору. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И 2 лицевые, потому что в начале у нас их было 4, то есть всего 6. Вот, вяжем изнаночный ряд. И далее повторяем не с первого, а с третьего ряда. В первом ряду у меня указана резинка 2 на 2, которую мы подразумеваем, что она вяжется в начале. Вот. И далее начинаем с третьего ряда. Но поверьте мне, вам не понадобится схема, потому что вы будете пользоваться вот этим третьим, пятым рядом. И будете просто автоматически передвигать вот эти полосы. Все. Вы поймете, вот поверьте, свяжите образец, и вы поймете принцип, и вам будет очень легко. Далее, вот когда я сейчас немножечко пройдусь по шапке, да, сначала вы вяжете резинку 2 на 2. Начинаете. Далее ровное полотно до макушки. Вот макушку, если вяжете в круговую, вы уже прям будете, можете одеть на себя и померить. Да, далее, когда вы связали часть вот эту до макушки, это где-то, я так предполагаю, что 18-20 сантиметров, но может быть где-то до 25, если вы хотите вот эту макушку как бы гномиком. Вот, далее что вы делаете? Далее вы с основного узора опять переходите на резинку 2 на 2 и либо делаете макушку по видео в описании, я вам мужской шапки тоже оставлю мое, делаете макушку по этому видео, либо вы делаете упрощенным способом, то есть где-то через 5 сантиметров, через 5 сантиметров резинки вы вяжете 2 вместе лицевой, 2 вместе изнаночной. То есть всю вот эту резинку переводите в резинку 1 на 1. Вяжете еще 3 сантиметра, допустим, таким образом. И потом по методу 3 рядов. Первый ряд 2 вместе. Второй ряд 2 вместе. То есть в лицевом ряду это будет 2 вместе лицевыми, в изнаночном ряду 2 вместе изнаночными, и третий ряд 2 вместе лицевыми. У вас останется совсем мало петель, и вы их стянете на иголку и просто завяжете узлок. Все, и шапка будет готова. Все. А на сегодня все, девчонки. С вами была Вика из школы рукоделия. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.